О защите окружающей среды речь пойдет в программе «Диалог с властью». На вопросы телезрителей ответит заместитель главы администрации округа Светлана Лысенко. Темы беседы – реализация экологических программ и вопросы агропромышленного комплекса. Принять участие может любой желающий. Присылайте свои вопросы на нашу страничку в Инстаграм, а также звоните в прямой эфир. Программа выходит на Первом Мытищинском в четверг, 16 апреля в 20:00.